кто и когда изобрел бумагу, что раньше использовали вместо нее и где она применяется. На эти и другие вопросы искали ответы читатели библиотеки имени Пушкина. Юные всезнайки проявили свою смекалку и умение, а также узнали много нового о привычном на первый взгляд материале. Применение бумаги, опыты делали самые разнообразные с бумагой, дарили бумаге вторую жизнь, то есть мастерили из использованных журналов, из газет, что-то делали панамы, делали кулечки. Дети разделились на команды и приступили к заданиям. На каждой станции они совершали небольшие открытия. Ребятам на практике показали необычные свойства бумаги и рассказали, где и как можно применить этот материал. Проводили опыты с бумагой и узнавали про нее что-то новое. Узнали, что бумага боится воды, острых предметов, огня. Активный, любознательный Влад Геньков не пропускает ни одного занятия в библиотеке и каждый раз старается узнать что-то новое. Самое интересное для него оказалась площадка, где ребята делали из старой и ненужной бумаги полезные вещи. Из газеты, которая уже использована была, не напечатаны были всякие новости. Мы давали ей вторую жизнь, делали из нее кульки, панамы и подобные вещи. После прохождения всех станций участники собрались в актовом зале, где каждая команда поделилась своими открытиями с остальными. Юные читатели сумели оценить удивительные свойства бумаги и найти немало применений.